Поликлиника номер 4 Оренбургской детской горбольницы – одна из участниц федерального проекта по созданию современной модели медицинской организации первичного звена. Она выбрана образцом для подобных медучреждений всей страны. Здесь постоянно внедряются передовые технологии и открываются новые подразделения. Недавно приступил к работе детский травмпункт. Его развернули на отремонтированных площадях, оборудовали отдельный вход, малую операционную и кабинет для наложения гипса. Помимо обычного гипсового бинта, который используется в детской ортопедии, также используется, можно сказать, пластиковый гипс. То есть это гипсовая повязка, которая накладывается ребенку, и в ней можно мыться, купаться. Намного легче ребенок ее переносит, она не чешется. Она индивидуально моделируется, и потом, после окончания срастания перелома, она снимается. Для диагностики установили высокоточный цифровой рентгенаппарат на 2 рабочих места. Средства на его приобретение были выделены по федеральной программе. Сейчас здесь цифровая технология. В каждом кабинете проекторы, которые показывают снимки ребенка. Кроме того, помещения большие, просторные. Ребенок, у которого есть травма, естественно, должна быть вот такая располагающая обстановка. И работа в круглосуточном режиме позволит всем жителям, проживающим в этой половине города, быть обеспеченными в любое время дня и ночи. В детском травмпункте созданы условия и для реабилитации детей после травмы. Для этого имеются физиотерапевтические кабинеты, зал лечебной физкультуры, бассейн. Наряду с опытными врачами здесь работают и молодые специалисты. Травмпункт открыт для пациентов 24 часа в сутки, 7 дней в неделю.